говори, носик. Айден медиа представляет. Рекс! И... Машина времени. И машину времени. Рекс и машина времени. Ой. Бедушка, бедушка, расскажи, что случилось в предыдущих сериях? Нет, не могу поверить. Вы что, и вправду хотите услышать это еще раз? Да. Да. Ну, хорошо. Много лет назад я, представьте себе, жил на острове. Меня окружали тропические куры. И кротовья жизнь меня вполне устраивала. Однажды на этом острове появился пес. Ого! Раз и два. И представьте себе, он решил проблему с потерянным пиратским кладом. Вот так я встретил Рекса, храброго пса. А что потом? Что потом? А затем, да, пролетели эти, как они называются-то? НЛО! Ах да, НЛО и Россия. Представьте себе, они похитили с моего острова всех кур. Нет, не могу поверить. Поэтому я прорыл вход под океаном прямо во двор к Рексу. И что ж, оказалось, что и там все куры были похищены. И тогда мы с Рексом построили космический петух-корабль и кинули за этими НЛО в погоню. Сколько у нас в космосе было приключений. И на планете Меркурий, и на лунном Кукариндоре, и на Куракисе. И что самое главное, на планете Меркурий я встретил вашу бабушку. И ты в нее влюбился. В этом нет ничего удивительного. Видели бы вы ее в том беретике. Затем мы победили злого куратора и освободили всех кур. Я остался на планете Меркурий с бабушкой Кратурей, а Рекс, храбрый пес, вернулся на Землю. Это что, конец? Отнюдь нет. Я расскажу вам про волшебника. Едва Рекс успел вернуться домой, как его похитили. И меня отправили на землю, чтобы я его спас. Мы с петухами построили телепортки. И раз-два, они переместили меня прямо в магическую книгу. Именно так, представьте себе, я попал в волшебную страну. И что? И что? Что творилось в этой волшебной стране? Один волшебник устроил страшные беспорядки. Только я теперь не помню, какой именно. И нам с Рексом пришлось, как всегда, его искать. Победить! Бедушка у нас самый храбрый, правда? Мы летали на метле, на драконе. Рекс научился колдовать. Мы взорвали пряничный домик. Старые добрые времена. О чем я там говорил, напомните мне. Пряник, бедушка. Так что в конце концов мы нашли этот саркофаг. Рекс оперся на него лапочкой. Саркофаг открылся, и мы смогли вернуться домой. На сегодня все, дорогие мои, потому что бедушке так хочется спать. Ну, расскажи хоть немного.
Ладно, так вот, в этой истории в стране волшебников мы нашли очень странное письмо. У меня плохие новости. Письмо, которое вы нашли, это послание из далекого прошлого. Петя, я это читал, наизусть помню. Победив злого волшебника, Рекс и Крот решили немного отдохнуть. Но судьба не дала им такого шанса. Они были схвачены орденом на сапырок и остаток жизни провели в заточении. Рексу пришлось навсегда забыть о приключениях, а Крот так и не увидел своих внуков. Ну вот, кто-то хотел с нами встретиться в прошлом. Это должно быть пророчество или что-то вроде того. Давайте дослушаем до конца. Если не хочешь, чтобы история кончилась именно так, поторопись ко мне в средние века. Он написал, что только мы можем спасти вселенную, ну, в общем, и все такое, как обычно. Эх, и почему мы все время должны спасать вселенную от всяких психов? Эй, эй, хватит! В любом случае, он приложил схему машины времени. Машина времени? И что было в этой схеме? Ну, прежде всего, там был этот огромный диван. Синий, кажется. Для дальних путешествий в прошлое. Я сейчас засну. Я прилагаю схему машины времени. Стартовая площадка, кротовая нора рядом с тобой. Поставь таймер на 3 часа. Увидимся 500 лет тому назад. Нострадамус. Постскриптум. Мне нельзя выходить из подполья. Ищи под розой. Бедушка! Бедушка! Он уснул! Огромный голубой диван! Подвал! Полезли туда! Я вот думаю, а что если... А в средних веках она не развалится? Крот, как обычно, выразил сомнение. Хватит ныть, Крот, за работу! Да! И я так понимаю, вы не хотите, чтобы ваша история закончилась вот так? И наша тоже? Ну, ты все понимаешь, Петя. Так что давайте не будем затягивать. Милости прошу в мою мастерскую. Вот вы где! За мной вы видите схему удивительной машины времени. Просто потрясающе. Это штук в середине кресла? Нет, не совсем. Это диван для дальних путешествий во времени. Он стоит снаружи. Я не заметил. Поверьте мне, он там. Все, давайте займемся делом. Будут вопросы, спрашивайте. Вообще-то мне надо было здесь убраться, но я это сделаю, когда вы вернетесь. Ох, как мне надоела эта труба. Бочка, смотри, чтобы в кармане не помялось. Итак, наши герои приступили к созданию машины времени. Труба сюда. Именно. Мы приклеим сюда пылесос. Видимо, чтобы засасывать прошлое. Как тебе удалось закрепить эту бочку? Ой, мамочки, пойдем туда. Хорошо, хорошо, хорошо. Рекс и Крот вступили на новый путь, который привел их к... Крот, ну кто бы подумал. Thank you.
проблема, друг мой? Да, и очень серьезная. Мы не можем найти пружины, а про эту деталь бульдозера я вообще молчу. Это напоминает мне о том случае, когда я попытался запустить в нашем пруду субмарину. Не самое славное событие в моей жизни. Достаточно сказать, что и по сей день на дне этого пруда лежит множество разных предметов. И? Но... Дайте мне время, я придумаю кран, который вытащит все эти железки из пруда. Там должны быть пружины для прокачки воздуха. Они с этим не очень справились. И вышеупомянутый бульдозер, из-за которого мой блестящий план и пошел ко дну. Ох, памочки, у меня возникли зримые проблемы. Подумать страшно, что могло бы случиться, если бы нам с храбрым Рексом вместо того, чтобы отправиться в прошлое, пришлось проплыть вокруг света под водой. Давайте обойдемся без «если» и займемся делом. Уходите, я должен сосредоточиться. Покрышка. Лестница. Милая конурка, Рекс. Ох, памочки, быстро убери это в карман, чтобы на глаза не попадалось. Что за беспорядок? И все это вокруг твоей конуры, Рекс, как всегда. Вантус для черных дыр. Сколько раз он спасал меня от беды. Космический мусор. Вот и весло. Ему пришлось через многое проплыть. Грабли весьма впечатляют, между прочим. Ладно, Дизель. Осторожно, Рэк. Мы уходили, но вернулись. Как раз вовремя. Я закончил. Быстро. Ха-ха. Джентльмены, это план крана. Кран должен быть построен на берегу пруда, в дальнейшем именуемого пруд. Кран приводится в действие мускульной силой хомячка Дизеля, которому пришлось многое пережить. Так что с краном он тоже справится. Хороший мальчик. Совершенно верно. В конце командир Крот, в дальнейшем именуемый водитель. Ты снизошел до шутки, Петя. Включает магнитопечь и ныряет в ледяную воду. Нет, я не могу в это поверить. Не могу. Чудовище! Почему опять я? Потому что ты слеп, как крот. То есть видишь в темноте. А вода в пруду мутная, так что света там мало. Мутный. Ты мутный. И объяснения у тебя мутные. Ну ладно, пусть так и будет. Крот нырнет в воду. Крот будет вылавливать мусор. Бедный крот утонет. Тогда поплачешь. Никто не утонет. Расслабься. Крот должен следить за тем, чтобы не налететь на электрических угрей. Они вылупились из аккумулятора, который лежит на дне. Ох, памочки! Займемся кран. Затем лестница. Так. Вилы. Рекс, ты... Это мы... Надо... Может, еще... Да, но... Не пытайся... Кладем. Так, Дизель, вперед. Укрепи. Может, еще...
А ты знаешь, Рекс, что если плюнуть в маску, она меньше потеет? Я знаю, потому что все время хожу в очках. Фу, заметил голос за кадром. Антенна. Проблема, друг. Это что-то новенькое. Веревка. Так, катушка. Петь. Теперь настало время. Раз, связываем все веревкой. Поставим для дизеля катушку. Мне что, придется залезть в эту печку? Ох, мамочки. Дешевенько. Магнит тяжеленный. Может, мне еще бетонные носки надеть? Я берем лампу. Ну, я не знаю. Именно так Рекс, храбрый пес, построил кран. Увы, он это построил. Осознав серьезность сложившейся ситуации, командор Крот храбро направился к печному аквалангу. Храбро? Может, дорогой голос за кадром предложит что-нибудь конструктивное? Ну, что я могу сказать? Кроту два раза не умирать. Немного спустя. Чтоб долго не размусоливать, спасибо, дядя, за бесценный урок. Сегодня, оказавшись перед лицом смерти, я закрываю глаза и вижу тот день на морковном поле. На морковном поле, когда я был таким юным. А когда я открываю глаза, я тону! О, мамочки, это конец. Вообще-то я не тону. Крот не утонул. Акваланг сработал на славу. И все же, милые дети, не пробуйте проделать это самостоятельно. Ладно, о чем это я? Надо выловить недостающие детали машины времени. Что-то проплывает мимо. Что-то сдвинулось. Я выключаю магнит. Я включаю магнит. Ко мне какой-то мусор прилип. Знать бы, что это. Что-то сдвинулось. Я чувствую, оно уже близко. Ко мне какой-то мусор прилип. Знать бы, что это. Ко мне какой-то мусор прилип. Знать бы, что это. Я выключаю магнит. Что-то я выключаю магнит. Я включаю магнит. Что-то проплывает. Я выключаю магнит. Я выключаю магнит. Я включаю магнит. Я чувствую, оно уже близко. Дизель принялся изо всех сил вертеть колесо, и все присутствующие увидели большую круглую яму с дырой посередине. Невинный пруд оказался... Дыра! Кротовья нора! Нет, не могу поверить. Сверху утки плавают, а внизу настоящая кротовья нора. Самая тяжелая деталь бульдозера в карман.
Возьмем пружину. Пружина, да. Шланг от пылесоса. Что он здесь делает? Это что-то новенькое. Зонт. Воронка. Без... Так. Фиксируем деталь 4 на сет. Рекс установил зонт. Неплохо. Воронку времени просто. Пылесос подключить. Шлангом 5 соединяем бочку 2. Вот так Рекс, храбрый пес, построил машину времени. Эй! С помощью крота, разумеется. Я слышал, вы уже закончили. Хорошо, я тоже. Это мое последнее изобретение. Дистанционное управление для машины времени. Устраивайтесь поудобнее. Я объясню вам, как оно работает. Мягенько. Во-первых, вы должны поместить машину кротовью нору. Затем вы выставляете на пульте нужные временные координаты. Здесь? Нет, не здесь. Функция этой кнопки, как вы сами только что продемонстрировали, уменьшать размер устройства, чтобы вы могли носить его в кармане. Это серьезно? Окей. Теперь вы все знаете. Удачи. Рекс установил машину времени в кротовью нору. Настал момент отправиться в прошлое и... найти этого Нострадамуса. Ой, на этот раз я даже вздрогнул. Крот, выставь координаты на 3 часа. Есть. Удачи. И постарайтесь не покалечить ход истории. Напиши нам письмо, что ли. Мы будем по тебе скучать. Ладно, ладно. В карманах пусто? Пусто. Можем трогаться? Да, можете. Ну тогда... Непотревоженные потоки времени. Идеально смазанная машина, несущаяся через пространство. Рычаги, шестеренки, передачи и... пружины! Ты лучше завари пружины, а не то нам конец. Ладно, так, где мы? Рекс и Крот оказались в темном туннеле времени. Ага, продолжай. Теперь они должны были найти выход и добраться до него. Ага, конечно. Поехали, Рекс. И что это значит? Теоретически мы возвращаемся на много-много лет назад, примерно в средние века. Так, находим этого Нострадамуса, беседуем с ним, кое-что ему разъясняем и возвращаемся назад. Так? Это нам расплюнуть. Рекс, смотри, как меняется архитектура. Мы точно возвращаемся в прошлое. Это примерно возрождение, так что мы близки к цели. Мы пролетели возрождение. И это выглядит как настоящая древность. Тебя это не беспокоит? Меня очень беспокоит. Особенно теперь, когда я вижу египетский обелиск. А это точно египетский обелиск. И если бы я не знал, что расцвет древнего Египта приходится на... несколько тысячелетий тому назад. 500 лет назад был конец Средневековья. Началось возрождение. Думаю, мы улетели слишком далеко в прошлое. Машина времени установлена на 3 часа ночи. Правильно? Слушай, может, Нострадамус имел в виду 3 часа дня? Я убит! Он точно имел в виду 3 часа дня. Здесь одни палки. Мы, наверное, где-то в доисторическом периоде. Так, здесь есть выход. Мы выходим, бежим прямо к норе. Ставим время на 3 часа дня и запускаем машину. Надеюсь, нас до этого времени не сожрут. Давным-давно...
и даже раньше, когда мир был юным и прекрасным. Нет, не могу поверить. Рекс, посмотри, как молод и прекрасен этот мир. Мы, видно, приземлились в эпоху динозавров. Ну, плюс-минус. Именно. Давай-ка найдем эту нору прежде, чем динозавры найдут нас. Просто, судя по всему, они ели все, что найдут. Траву, кротов, собак. Смотри, Рекс, деревья бегают. Куда это они понеслись? Динозавр! Рекс, взять! Мы живы! Только что это за жизнь на дне ямы? Мы должны срочно выбраться отсюда и найти кротовью нору. Хрен? Ну-ну! Вот это... Подожди меня. Как красиво сверкает наш камушек. Бежим. Ты где? Рекс положил яйцо в гейзер. Прикоснись, Рекс, и бум! Пальнет, как из пушки. Прикоснись, Рекс. Прикоснись, Рекс. Ненавижу насилие. Но как нам иначе выбраться из этой пропасти? Ага, может, они подружатся. Рекс, вот ты где. Исторические времена были суровы. Либо ты оторвешь кому-нибудь хвост, либо его оторвут тебе. Извините, можно мне на минуточку взять ваше копье? Я думаю, что можно. Не бросай меня. Меня. Отлично, Рекс. Давай свалим из этой ямы побыстрее. Подожди меня. Камушек собирай. Наконец, наши герои покинули негостеприимное ущелье. Пожалуй, это самая негостеприимная яма изо всех, что я видел в жизни. Протиснувшись сквозь узкую дыру, Рекс и Крот выбрались наружу. Ах, я не протиснулся. Наши герои решили заглянуть в ближайшую пещеру. Произобретатель делает проработку. Маля, гав-гав, агакопайка. Это Рекс, храбрый пес, а я гав. Я гав-гав, гав-гав, агры, ага. Ага, камушек. Пошли. И они двинулись вперед. Доброе утро. Я Командер Крот, а это Рекс, храбрый пес.
а что это ты строишь, кукаду? Бибика. А, бибику. Ну и как продвигается? Бибика, бяка, бяка-бяка. Где хом-хом? Может, это кремень? Похоже на попу мамонта. Да, это точно была задняя часть мамонта. Поскольку вон он, его вперед. Рекс решил использовать мамонта как самострельную пушку. Я Бэтмен, ты Робин. Координаты. Дерево 40, стоп! Секундочку. Мимо! Поверни-ка свой. Они умели делать такие большие статуи. Надо же, я в восторге от палеолита. Или как это называется? Ага, копай-ка и гав-гав. Я курица полетели. О, эти О-о-о! Хомя, зубы-зубы! Я чуть не умер. А ведь это всего-навсего милый саблезубый хомячок, который свил себе гнездышко в ящике. Ну-ка, Карман. Вот что бывает, когда валяешься в грязи. Смотри и запоминай. Рекс опустил веревку в черную жижу. Раз и птиль. Сколько кокосов? Не сейчас. Огонь по столу. Погоди, погоди. Мимо. Надо найти в этих камушках пару кремней, чтобы высечь огонь. Ага, один из них кремень. Камни, как камни. Камни, как камни. Мастерства не пропьешь. И два кремня. Ну, я и молодец. Далеко на горизонте виднелся кротовый ху. Ага, Маля. Сожжем вам, гори, гори. Вот, держите. Ага, кремень, гори, гори, холосо. Копай-ка холосо. Можно одолжить вашу? Насколько я понял, вам нужна кость саблезубого хомячка. Вот, держите. Ага, кость, а тогда хомя, хомя, зубы, зубы, холосо. На, бум-бум. На, бум. Thank you.
погрузил дубинку в черную жижу. Раз, два, и факел готов. Вот это работа! Рекс положил дубинку в огонь. Дубинка, пропитанная дегтем, сразу же вспыхнула. Бум-бум, гори-гори. Рекс умудрился запихнуть факел в карман. Вот это номер. Абав, не-не, бубо. Абав, гори-гори. Рекс и Крот храбро направились к темной пещере. Смелее! Войдя в пещеру, Рекс достал из кармана факел. Ого! Еще горит! Рекс, ты такой умный! Ага! Ты где? Этим факелом поосторожнее. Насколько я помню, в химии эта штука взрывается. Хрен, опускаем фитили. Рекс и Крот, что было сил, побежали ко входу в пещеру. Ой, нет, не прорвемся. Я сейчас взорвусь. Мой бедный хвостик. К счастью, Крот ошибся. Нашим героям удалось вырваться наружу. Ну, так и вышло. В общем. Когда пыль осела, наши герои увидели разрушения, вызванные взрывом. Некогда прекрасная пещера. Ох, прекрасная пещера! Тут было так темно, и этот запах. А теперь посмотри, как светло и просторно. Когда я вернусь на мир курей, я так же сделаю на кухне. Да, я вижу, аммониты отводились. И этот тоже. И еще один. Наш Рекс силен, как бык. И в ванной я тоже такое сделаю. О, вот эта машина. Сюда положь. Сюда положь. Сюда положь. Вот, отлично. Рекс и Крот направились к кротовьему холмику. Ладно, кроту два раза не умирать. Пошли! И затем... Мы снова здесь! Ага! Копайкой гав-гав! Дина, Амам, нет-нет? Нет! К счастью, Дина нас, Амам, нет-нет! Мы сумели убежать! Пама-пама-пама-пама-пама-пама-пама!
Ой, памочки, парк юрского периода. Мы поймали Хоми. Наши герои сели за руль первого в истории автомобиля. Не Жигули, но дизайн все равно страшный. Почти как у девятки. Дави на газ, Рекс. Ой. Ага, копайки, гав-гав. Дина, а мам, нет-нет. Дави на газ, Рекс. Пама-пама-пама-пама-пама-пама-пама. В зеркале расстояние до предметов кажется меньше, чем в действительности. Так, я вижу кротовый холмик. Мальчик мой, ты... Тихо! Осторожней! Вот и окончена история первого в истории автомобиля. Если археологи его раскопают, они решат, что Стоунхендж ударила комета. Так, это кротовый холмик, а где кротовая нора? Нора должна быть там. Но норы там не оказалось. Вместо этого там были... Это что, древние кротоиды? Не могу поверить. Чш, послушаем, что они говорят. Командор Ван Деникен, наш симулятор времени показывает, что до катастрофы, в результате которой динозавры вымрут, осталось 15 минут. Нет, не могу поверить. 15 минут? Архитехнолог Кротов, исправен ли динопортер, с помощью которого мы спасем вымирающие виды? Запускается! А это означает, мы грузимся на корабль, перегоняем динозавров в динопортер и летим домой, так? Слушаюсь, командор Ван Деникель. Ой, памочки! Давайте подумаем, мы ничего не забыли. Мне надо поговорить с ними, Рекс. Простите. Крот. Он дышит без скафандра. Смотрите, аист. Нет, не могу поверить. Мы можем здесь дышать. Ну, в общем... Давайте избавляться от этих скафандров. Да. Ванда, сними скафандр. Тогда хрен. И я тоже. Добро пожаловать, сударыня! Ой, памочки! Да это просто рай! Давайте здесь останемся. А динозавры и катастрофа? И вон там. Давайте построим тут уютные холмики. Устроим этой земле хорошую встреску. Простите меня, госпожа Ванда. Я заметил, что вы используете такие выражения, как «Ой, памочки!» и «Не могу поверить!» «Ой, памочки!» Правда? Нет, не могу поверить. Поскольку я использую их тоже, я подумал, а вдруг вы мой дальний предок? «Ой, памочки!» Нет, не могу поверить. Я просто подумал. Архимеханик Кротов, судя по всему, вы пытались спасти динозавров от вымирания. Этот вопрос больше не стоит. Смотрите, аист. Что вы хотите сказать? Мы как раз решили остаться здесь. Вернуться к корням. Простите, так как вас зовут? Вы не снимете свой скафандр. Вы будете спасать динозавров. Я с вами говорю. Ой, памочки, он фанерный. Разумеется, астроштурман Кротсон сделан из фанеры. Но при этом он лучший штурман в галактике. Скафандр мы с него снимем позже. Рекс, если кому суждено спасти динозавров, то это будем мы, как всегда. Надеюсь, я еще не разучился управлять космическим кораблем. Рекс и Крот взошли на борт космического корабля. Так, здесь что-то мигает. Будем считать, что дело в этой ручке.
Конечно, я справлюсь. Я командор Крот. Так, мы должны загнать всех динозавров в динопортер. Они убегают от нас. Это хорошо. Главное теперь ничего не испортить. Ой, помочки! Вот это убегающая синяя ловушка динопортера. Извиняюсь. Первый пошел. Динозавры спасены! Вот так динозавры, благодаря храбрости Рекса и Крота, избежали ужасной катастрофы. Совершенно верно! Только какой катастрофе идет речь? Катастрофы, вызванной падением корабля древних кротоидов. Ой, мамочки! Теперь я понял, что это мигало! Предупреждение, что топливо на нуле! Я не хочу умирать! Не хочу, особенно потому, что с технической точки зрения я еще и не родился. Я не умер, к счастью. И мы тоже. Гениально. Наш корабль? Наш корабль разбился. Нам так жаль? Нет, нет, что вы. Так даже лучше. Правда, Ванда? Да. Мой архимеханик. Не знаю, как насчет вас, а мы возвращаемся к корням. Ставлю на 3 часа дня. Ну что, мистер Рассказалов, мы идем. И наши герои вновь нырнули в туннель времени. Куда мы направляемся? Что день грядущий нам готовит? И доберемся ли мы туда когда-нибудь? Вопросы остались без ответа.
Они парили во времени и пространстве. И прежде чем они успели исчезнуть навсегда, их размолотило шестеренками вечной машины времени. Как ты думаешь, Рекс, Ван Деникен может быть моей прадабушкой? Пама-памой моей памы, и так примерно миллион раз. Потому что этот пёс-неандерталец, который рисовал белки на стене, это наверняка твой пра-пра-прабедушка. И вспомни этого гениального птицы-изобретателя. Того, который решал задачу о квадратуре круга. Черт меня подери, если он не предок нашего Пети-изобретателя и его брата Корнелия. Да, друг мой, мы с тобой только что увидели самые глубокие корни нашего генеалогического древа. Да, я потомок космических пришельцев. Неудивительно, что я услышал зов космоса, когда ты туда отправился. Наконец, когда колесики в часах истории успели повернуться не один раз... А между их зубцов мы! Рекс и Крот достигли других ворот туннеля. Конец средневековья, начало возрождения. Рождение культуры с большой буквы. Вперед! Вот это да! Гениально! Точно так, как я и рассчитывал. А ты чего ждал? Испанскую инквизицию? Сказал Крот, и не подозревая, что эта фраза останется в памяти народной на века. Никто не ждет испанскую инквизицию и нас, орден носопырок. Мы стражи упомянутой выше культуры, культуры речи. Здравствуйте, джентльмены! Я Крот. Мы отлично знаем, кто вы такие. Вы... Хотел бы напомнить, великий магистр, что вам не следует так волноваться. Верно. О чем я говорил? О культуре речи. Именно. Вы крот из рода кротов, а вы Рекс, которого называют храбрым псом. Мы ждем вас несколько тысячелетий. Очень приятно. Нет, я так не думаю. Мы вас ждали, чтобы покарать за исторически сложившиеся проблемы с культурой речи. Вам? Что вы хотите сказать? Вам должно быть известно. Если вы что-то испортили, нужно сказать «извините». Но что конкретно? Внимайте великому магистру. Поэтому я приговариваю вас к пожизненному заключению в темнице, где демонстрируются настоящие средневековые пытки. Ух ты! Настоящие пытки? Уведите их. Я их уведу. Ой, памочки! Отведите их в темницу. Значит, нам конец. Мы сгнием в этой темнице. И я попробую дотянуться. Что ты хочешь сделать? Ой, мои ножки. Отлично. А то у меня лапки совсем поджарились. Просто кротик гриль. Я эту деревяшку прогрызу к чертям. Крот решил сделать крест на кольцах в надежде пережечь одну из веревок, на которых висели колодки. Голос за кадром! Как вовремя! А я уж и не знал, что делать дальше. Простите, что опоздал, но я никак не мог отыскать вас в этом подземелье. Здесь так темно, тревожно. Рекс попросил вытащить у него кляп. А что, если раскачаться? Oh!
Рекс был освобожден, и он немедленно принялся освобождать крота. Со мной можно было обойтись и по-вежливее. Да, давайте-ка отсюда поскорее выбираться. Что они хотят сказать этим? Извините, что мы испортили? Какая культура речи? Рекс и Крот взяли факелы и ступили в темноту. Поднял с земли маленький ключик. Замок загремел, и потайная дверь была открыта. Наконец, потратив немало усилий, наши герои выбрались из мрачного заточения. А ты чего ждал? Испанскую инквизицию? Ой, да! Итак, Рекс и Крот смогли сконцентрироваться на своей главной задаче – найти Нострадамуса. Крот на минуту задумался и процитировал наизусть последнюю часть письма. Я думаю и постскриптум. Я вынужден скрываться. Ищи под розой. Я съездию на почту. Не съездию, а съезжу. Человек возрождения и такой неграмотный. Но ведь он был итальянцем. У него могли быть проблемы с русским. Прервал его голос за кадром. А может, это кто-то другой написал? Добро пожаловать в гостиницу под розой, джентльмены. Ага, уже близко. А почему посетителей нет? Один парень заплатил мне, чтобы я никого не обслуживал некоторое время. А потом он передвинул столы. Что здесь такого смешного? Ну, он передвинул столы. Такое началось застолье. Ой, памочки! Еще он мне заплатил, чтобы я никому об этом не рассказывал. Если я вам заплачу, вы перестанете острить? Меня зовут Крот из рода Кротов, а это Рекс, храбрый пес. Мы ищем некоего Нострадамуса. Никогда об этом не слышал. Не притворяйтесь! Мы должны найти под розой подсказку. Это и есть под розой. Значит, под розой это наверху.
Так что, этот таинственный кто-то расставил эти столы, верно? Ну, да, но не совсем. Потому что потом мой дядя Джеффри упал прямо на все это с балкона. Это был Нострадамус? Я нем, как могила. Я ничего не слышу. Я ничего не слышу. Это что за безобразная декорация? Это мой дядя. Он это, художник по интерьерам. Очень приятно. Я Джеффри. Здесь ничего нет, кроме вида. Стоп, стоп! Стол мешает. Странные столы и коврики тоже. Что же на них все-таки изображено? А эта плошка сверху смотрится как свиная рыла. А эта плошка... Хрен! Простите, но нам придется потрогать ваши рыльца. Ой, ой. Хрен! Ой. Внезапно что-то скрипнуло, и в полу появился секретный люк. Самое время, а то мне все это начало надоедать. Рекс и Крот осторожно спустились по лестнице. Осторожнее, они уже близко. Осторожно, осторожно! Под розой находилось темное помещение, наполненное... книгами, странными штуками и плакатами из далекого прошлого. Я как раз собирался это сказать. Тогда извините меня. Никто не сомневался, что в этих покоях обитал таинственный... Нострадамус, мы пришли! Вы здесь? Добро пожаловать, путники! Я Нострадамус. Я звал вас. Я. Ну, в общем, да. Мы в курсе, что вы нас позвали. Да-да. Итак, вы хотите изменить путь истории? Тогда слушайте. Мы внимательно слушаем. Вы должны отправиться в будущее и не допустить, чтобы четыре всадника вечности запустили машину времени. Установите машину времени приблизительно на 8:30 вечера. Вы уверены, что не утро? Да, разумеется, не утро. Очень смешно. Найдите дом под красной черепичной крышей. Скажите бабушке, которая живет там, чтобы она сказала дедушке, который тоже живет там. Ага. Чтобы он не рассказывал своим внукам о машине времени. Так, 8:30, красная черепица, бабушка, дедушка. Понял. Угу. Подпольная работа. Объясню по дороге. Нострадамус, а нельзя просто стрельнуть по этим четырем всадникам вечности из лазера? Или еще из чего-нибудь? Нет, это не обсуждается.
Просто спросил. Пошли, Рекс, это должно быть несложно. А где именно находится кротовья нора, Нострадамус? Кротовья нора расположена в подземелье Ордена Носопырок. Она хорошо охраняется. Ой, памочки, эти психопаты не подпустят нас к норе. Разумеется. К счастью, там есть потайной ход, которым вы и воспользуетесь. Продолжайте. На рынке стоит статуя основателя города Дункана Мускулистого. Он прадед нашего короля. Трижды постучите по его левой ноге, чтобы ход открылся. Итак, Рекс и Крот отправились к статуе Дункана Мускулистого для того, чтобы трижды постучать по ее ноге. Тук-тук-тук! А это еще что? Я думал, что должна открыться секретная дверь подземелья. Что это за дел? Нет. Так, в чем дело? Мы постучали три раза по статуе, а рядом появился странный герб, и мы не имеем представления, что с ним делать. Это интересно. Подозреваю, чтобы открыть потайной ход, вам придется собрать герб Дункана. Мы тоже так думаем. Только мы понятия не имеем, что должно быть на этом гербе. К несчастью, я тоже. Нам конец. Но у нынешнего короля остался тот же самый герб. Что? Я не знаю. Можно подобраться к нему поближе и посмотреть. Или поспрашивать горожан. Хорошо. Вы знаете, что изображено на королевском гербе? Я только помню, что там есть какая-то собака. Знаете, что изображено на гербе короля Проглотина VI? Признаться, не знаю. Но в замке идет турнир, и король тоже там. Его... Вы знаете, что изображено на королевском гербе? А что такое герб? Я простой крестьянин. Рекс и Крот вышли во двор королевского замка, где полным ходом шли приготовления к рыцарскому турниру. Доброе утро. Добро пожаловать, джентльмены! Я Герольд Гарольд, и у меня есть к вам маленький вопрос. Один из рыцарей не сможет участвовать в турнире. Его замок осадили норманы. Не хочет кто-то из вас выступить вместо него? Ой, бамочки! И что мы можем выиграть? Слава, почет, уважение и признание! И более того, победитель будет удостоен чести приблизиться к королю Проглотину VI Упитанному, увидеть его во всем блеске его величия и искупаться в лучах его славы. Но у нас даже лошади нет. Неважно. Неважно. У нас есть три лошадки на прокат, прямо с пастбища. Так каково же ваше решение? Ну, я не знаю. Кровь на лошади — это выглядит как-то... Когда примете решение, выберите коня и скачите прямо через эти ворота. Поднимитесь, пожалуйста. Простите. Я ничего не вижу. Простите. Ваша светлость осведомлена о том, что изображено на королевском гербе? Да им точно нет ничего оранжевого. А что еще? А? Вы знаете, что изображено на королевском гербе? Уверен, что луны в нем нет. Может, этот? Конь Ланселот. Так себе, во всех отношениях. Выбрав коня, Рекс пошел вносить свое имя в списки, а Крот... просто отошел на безопасное расстояние. Кто это сказал?
Это первая четверть. Внимание! Кони готовы? Старт! Мочи их раз, мочи их раз, полутишка, полутишка. Откуда труп по турнире? Дай раз, крутай, шерик, шерик. Объявляем победителя! И победитель никто иной, как Рекс по прозвищу Храбрый Пес. Также в следующий раунд выходит потрепанный, но не побежденный Герхард Храбрый Вечно Побитый. Короче, внимание! Кони готовы? Старт! Его копьем, копьем его! Ой, наверное. Мамочки! Кто там ведет, кто ведет? Намыло, намыло! Сзади, сзади! Мочи их раз, мочи их раз! Не могу на это смотреть! Намыло, намыло, намыло! Ой, наверное. Ага. Герхарда меньше. Красота! Кто там ведет, кто ведет? Красота! Давай! Эй! Не могу на это смотреть! Рекс! Кто там ведет, кто ведет? Это Рона! Сзади! Мочи их раз, получишь как, получишь как! Ой, бабочки! Кто там ведет, кто ведет? Рекс! Кто там ведет, кто ведет? Объявляем победителя! Никак не могу поверить, да это Рекс по прозвищу Храбрый Пес. Также в следующий раунд выходит слегка помятый, но очень перспективный Лукас Затейник. Внимание! 3, 2, 1, старт! Ура! Давай!
убьем его! Этот шестипалый действительно отсталый и вовсе не слегка. Больно, наверное. Осторожно! Сзади! Мочи играть! Полу! Больно, наверное! Бей его копьем! Копьем его! Спустя недолгое время... Простите. Досточтимый король проглотил шестой упитанный. Перед вами сегодняшний победитель Рекс по прозвищу Храбрый Пес. Король! Да здравствует! Это значит, он король... Рыцарь, теперь ты можешь искупаться в лучах королевской славы. Простите. Король, ничего другого не надо. Король. Герб! Что на гербе? Как он выглядит? Ну, что дальше? И достаточно. Ну, ура! Что это за герб? Должно быть королевский. Полагаю, здесь нужно что-то переключить. Или так. Вот так. Хря. Вот так. Хря. Эй. Хря. Вот так. Хря. Хря. Это сюда. Хря. Хря. Или так. Вот так. Ой. Хря. Внезапно что-то внутри статуи хрустнуло, и перед очами и очками наших героев предстала... Лестница в подземелье! Ура! Пауки играли в веселую игру «Подземные салочки». Тот, кого осалили три раза, выбывал из игры. Yes!
Еще одна дверь открылась. Ну что ж, это нам удалось. Рекс запустил машину времени. Я поставил тебя на 8:30 вечера. Машина времени вошла в туннель истории в третий раз. На этот раз наши герои направлялись в далекое будущее. Именно так. Мы поговорим с бабушкой и хрен. Летим домой и конец истории. Ну, это-то я могу объяснить. Только давайте пойдем сначала. С нами, кротами, все не так, как с другими. Это от того, что, согласно древней легенде, женщины-кроты прилетели с Марса, а кроты-мужчины с Венеры. Вот оттуда и началась вся эта путаница. Твой предок по мужской линии называется отец или папа. А мой и любого другого крота называется мапа. Так что если продолжить аналогию, у тебя мама, у меня пама. Мои родители пама и мапа. Как я по ним скучаю. Да, поэтому я и говорю, ох, памочки. Что это вообще смешного? Ладно, как тогда крот называет мапу памы или мапы? Дедушкой, разумеется. Только не понимаю, что здесь такого смешного. Замечательно. Нострадамус сказал, что теперь мы найдем бабушку в доме под красной черепицей. И должны добиться, чтобы она убедила дедушку. Не рассказывать внукам про машину времени. Теперь ты понял? Так что, когда он начал говорить про бабушку и дедушку, я сразу понял, что он говорит о кротах. Хорошо, сам напросился. Я больше не скажу ни слова. Я ням как могила. Вот так. Вот так Рекс и Крот, немые как могила и слегка оскорбленные, достигли будущего. А что с системой раннего оповещения? Даже мышь не протиснется, магистр Аутобус. А Крот? И даже Крот. А что, если он выскользнет наружу? Мы сделаем и долбанем по нему из ионной пушки. Хорошо, хорошо. Спасибо, магистр Аутобус. На здоровье. Спасибо. Спасибо вам. Всегда пожалуйста. Вежливость прежде всего. Да-да, вежливость. И культура речи. И это тоже. Великие магистры Ордена Носопырок не одно поколение трудились... Магистр Автобус, мне только что сообщили, что враги, которых мы разыскиваем, были здесь и сбежали. Что? Сбежали? Да я! Напоминаю вам о вежливой среде. А, верно. Я сорвался. Приношу свои извинения. Всегда пожалуйста. Хорошо. О чем это я? Ах, да! Тревога! Тревога! Поймайте их! Они в канализации! Джордж, Мартин, за ними! Рекс и Крот обнаружили, что находятся в... находятся в сточной трубе. Thank you.
21-го столетия орден Носопырок перевел эволюцию вежливости на новый этап. Началась эпоха Нексус. Нелепая и очень опасная. Ура! Хорошо. А то я собирался отправить тебя на шахты, брат. Я думаю, это ты и отвратительный кротко. Вон там дом под красной крышей. Вон там дом под красной крышей. Мысль, не торопись. Хватайте их, братья. Доступной части лабиринта обнаружился старый скейт. Thank you.
наши герои заглянули в маленькую комнатку, затерянную в лабиринтах городской канализации. При виде двух фигур, хранящий гордое молчание крот, вдруг воскликнул. Ой, это, наверное, мираж. Мираж и крот. Который крот? Такой молодой и красивый. А ты совсем наоборот. Что это ты делаешь? Что значит что? Мы ждем, чтоб ты переписал историю. Мы уже давно ждем. Ну, вам придется немного подождать. О-ко-ко-ко-ко-кей. Все еще хочешь быть полезным, душа моя? Что значит все еще? Ну что, так плохо выглядим? Я хочу сказать, в этом приключении. Конечно, тут от тоски, как бы яйца не начать нести. Я одно снес. Рекс рассказал петухам о проблеме с носопырками. Я стар и не хочу строить сложные конструкции. Но вы принесите мне большой кусок фанеры и скейт. Я для вас кое-что смастерю. Принесите мне большой кусок фанеры и скейт. И я для вас кое-что построю. У нас есть скейт и еще большой кусок фанеры. Отлично! Увидимся наверху! Мы попытаемся отвлечь рыжих! Пытаются уйти на скейте. За ними! Ну, друг мой, я возвращаюсь в свою уютную канавку. Удачи! Спасибо, Петя. Близок конец этих ужасных испытаний. Рекс и Крот пустились в путь. Ни за что. Вон там, дом под краской. Хорошо, но мы потом это вернем. И они одолжили его. Рекс, осторожно! Стой! Я их взял. Я сдавал на права три раза. Я их взял. Три раза завалил заезд в бокс. А потом они проверили мое зрение и сказали, что с научной точки зрения я вообще не способен заехать. Они мои. Наконец, наши герои достигли своей цели. Так, звоним в дверь. Говорим с бабушкой и уговариваем дедушку. Стоп! Я вспомнил, меня же оскорбили. Ладно, я принимаю извинения. Я всегда был великодушным кротом. И им и останусь.
услышал звонок. Что случилось? Что это? Звонок перегрелся. Нельзя нажимать на него так часто. Пойду прилягу. Я шел спать. Звонок перегрелся. Нельзя нажимать на него так часто. Что я хотел сделать? Что это? Кто там? Что это? Иду. Ой, папочки, кто там опять? Ой, папочки, кто там опять? Ну, входите, коль пришли. Да кто вообще такие? Это Рекс, храбрый пес, а я Крот из рода Кротов. Чушь! Рекс, храбрый пес, уже давно ушел от нас, а я Крот из рода Кротов. Нет, не могу поверить. Чушь! Не живет никакой бабушки и не жил никогда. Сдавал я одну. Что там с ней случилось-то? Ее звали Кротуля. Детей у меня не было, внук, по-моему, тоже. Зачем я вам все это рассказываю? Это ужасно. Мало того, что пророчество из письма Нострадамуса обман, так вы еще и не помните ничего. Даже мою, нашу Кротулю. Ах ты, старый пень. Я вас сейчас палкой ударю. Вы, я не помню. И помнить не хочу. Четыре странника по времени? Разумеется, нет. Да даже если бы я знал о них, я бы ничего не вспомнил. Что вы хотите от старого больного крота? И, черт возьми, кто вы такие? Чушь! Оставьте меня в покое и до свидания. Что-то не так, сказал Крот. Что-то совсем не так, повторил он с ужасом. Это никакая не бабушка. Срочно возвращаемся к Нострадамусу и говорим, что операция сорвалась. Точно что-то перепутал. Будем надеяться, что он знает, как это поправить. Надоели. Что я такое делал? Герои вновь забрались на скутер и тронулись по влажному шоссе. Оно было влажным, поскольку дождь лил и лил. Они здесь. Давай загадки загадывать. Что это такое? Сидор, а? Пища. Стоит на холодильнике. Стоит. Хорошо. Они здесь. Мы достигли пункта назначения. Герои двинулись в том направлении, где должен был быть кротовый холмик. Стоп! Я чувствую! Я чувствую, что должен сказать что-то важное! Я видел что-то такое, во что вы, люди, не сможете поверить! Дорожные работы на Млечном Пути! Я чувствовал дыхание Вселенной на своем лице! Запах был не очень. Все эти мгновения смоет время, как слезы смывает дождем. Пора уйти отсюда, мой мех намок. Ой, страшный ливень. Однако к этому времени кротовья нора оказалась закрыта и находилась под надежной охраной. Нам конец. Пожалуйста, введите пятизначный код активации кротовьей норы. Ошибка. Процесс прерван. Пожалуйста, начните снова. Ошибка. Хорошо. Хорошо. Ничего подобного. Хорошо. 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 Ничего подобного. Осторожно, он приближается. Эй. Хорошо. 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 Хорошо.
Неверно. Хорошо. Ошибка. Хорошо. Он слишком... Ничего подобного. Хорошо. Ничего подобного. Хорошо. Смываемся. Да я через секунду вас возьму. Думаю, мы от него. Пожалуйста, введите пятизначный код активации кротовьей норы. Хорошо. Ошибка. Процесс прерван. Хорошо. Код верен. Начинаю процесс активации кротовьей норы. Эй, вы двое! Рекс запустил транспортное средство. Скорее! И наши герои быстро покинули темное и негостеприимное будущее. Машина времени вновь нырнула в туннель. Будущее еще негостеприимнее, чем эта доисторическая яма. Полетели назад к этому жулику Нострадамусу. Он должен объясниться, что они имеют в виду, эти братья, что они такие вежливые. У меня начинается паранойя. Я помню это чувство. Это дождь и старый кровь. Я должен был сказать это вслух, как слезы смывает дождем. Как это из фильма, как слезы смывает дождем. Я сам это придумал. В глубине сердца я поэт. С большой буквы «П». Внезапно крота охватила необъяснимая паника. И что нам теперь делать? Приехали. Я буду действовать бесшумно и осторожно. На этот раз я и не жду испанскую инквизицию. Видишь, ничего не случилось. Скорее к Нострадамусу. Рекс и Крот вошли в таверну под розой. То, что они увидели, слегка их обеспокоило. Что здесь произошло? Дядя Джеффри опять свалился с балкона? И это тоже. Преимущественно, это братья на запырке пришли сюда и передвинули столы. Нострадамус! Рекс, скорее! Есть новости? Какие подлости? Новости — это не подлость. Не пористый? Тогда я его не знаю. Да о чем вы говорите? Я спрашиваю про подлости. Вы какую подлость совершили? Что это значит, какие подлости? Я не подлость, я крот! А тот второй? Я думаю, барсук. За барсука ответишь, а это Рекс, храбрый пес. Ага. Что, ага? Человек, похожий на аиста в пальто, сказал, что если придут крот и собака, мы должны им сказать, что он оставил для них письмо. Оно спрятано внизу. Письмо! Нострадамус оставил нам письмо. Полные подозрений, наши герои вошли в секретный покой. А где же это письмо, а? Вот оно, письмо от Нострадамуса. Рекс, Крот, я знаю, что вы потерпели неудачу. Все гораздо серьезнее, чем я думал вначале. К счастью, я, кажется, знаю, что делать. К несчастью, носопырки висят у меня на хвосте. Мне нужно исчезнуть. Жду вас в крепости Рубарбарк.
Найдите говорящего коня Роберта. Вы узнаете его по каше во рту. На пароль «Хей-хей» он даст отзыв «Да здравствует кавалерия» и привезет вас ко мне. И еще одно. Ключ – это черная роза. Искренне ваш, Нострадамус. Да, я все понял. Пойдем искать этого коня Роберта. Что касается носопырок, то они зря времени не теряли. Ой, бамочки! Они разрушили статую Дункана Мускулистого. Мерзавцы! И как мы доберемся до кротовьей норы? Эй! Эй! Да здравствует кавалерия! Конь Роберт! Жеребец Роберт, искренне вас. Запрыгивайте, берите стремена. Мы отправляемся в крепость Рубабак. У вас серьезные проблемы с дикцией. Значит, все-таки крот верхом на коне. Спросите меня, я вам скажу, что это полный бред. Но никто его не спросил. И скоро наши герои галопом неслись к крепости Рубарбар. Эк, я принесу тебе копье. Мы проскачем через Остю, где вкрываются страшные грабители, кровавые разбойники и разные другие мифавцы. Вооруженные револьверами? Вауфыные фальферами, вероятно. Почему в Патиле? Ну, я просто спрошу. Если будут проблемы, встречаемся тут. Они мои! Они мои! Что за тварь? Мочи их, ребята! Я их возьму! Не брать! Вали! Туда! Не работают бездельники! Я их возьму! Я их возьму! Не работают бездельники! Он ко мне попал! Они мои! Не брать! Атаку! Вали! Не брать! Туда! Платьевки! В атаку! Он ко мне попал! Банды мерзав! В атаку! Не работают бездельники! Туда! Туда! В атаку! Эй! Он ко мне попал! Бездельники! Я их возьму! Не работают бездельники! Вали! Не работают бездельники! Попал! Он ко мне попал! Тыгдым, тыгдым, они мои! Тыгдым. Мочи их, ребята! Бездельники! В атаку! Они мои! Он ко мне попал! В атаку! Они мои! Вали! В атаку! Бездельники! Мочи их, ребята! В атаку! Мочи их, ребята! Больно! В атаку! Мочи их, ребята! Тыгидым, тыгидым, тыгидым! Мочи их, ребята! Туда! Мерзавцы! Я их возьму! В атаку! В атаку! Не работают бездельники! Ой, больно! Где ты, мефы? Мы сделали это! Перед нами крепость Рубабак! Прекрасный крепость, Роберт. Ну, так, слегка покосилась. Зато какой вид! Хо-хо-хо. Какие камни! Сколько воздуха! Красота! Слушайте, Нострадамус ждет вас в тайных покоях внутри крепости. Вы должны туда пробраться. Я знаю только знак «Черная роза». Я подожду вас здесь, потеплю травку.
Добро пожаловать на выставку Иеронима Броско. Рекс и Крот вошли в крепость. Где-то здесь был секретный вход в потайные покои, где их ждал Нострадамус, весьма загадочный субъект. Сколько секретов! Наши герои... Ну-ну, живописью нужно наслаждаться в тишине. Это, наверное, Иероним Броско, старый татарский мастер кисти и... Насколько я знаю, Броск так и не научился. Черная роза. Рекс коснулся холста, и его охватило странное чувство. Очень остроумно. Отличный. Мы на правильном пути. Слышал звуки? Бьюса? Нострадамус! Нострадамус! Вы здесь? Я здесь. Я ждал вас тут, в потайной комнате. Я знаю. Простите, но это случилось. К счастью, как я написал в письме, я знаю, что нужно сделать, чтобы исправить ход истории. Я внимательно слушаю. Я сделаю что угодно, лишь бы не превратиться в одинокого старого кротика. Вы должны отправиться в Древний Египет и найти тайную секту Ибиса. Ибис — это снежный барс? Нет, Ибис — болотная птица. Снежный барс — это Ирбис. А, я всегда их путаю. Вы должны вернуть им некий предмет. И вернуть его так, чтобы они не заметили, что он вообще исчезал. Это что за штука? Этот предмет. О, мамочки! Откуда вы это взяли? Это не важно. Вы все равно знали, что он у меня. Иначе как бы я написал вам письмо? Это верно. Тогда слушайте. Капище культа Ибиса находится рядом с крото-телепортером в Древнем Египте. Временные координаты 9:34 утра. А как это вы узнали настолько точные координаты? Знаю, и все. Ага. Верните книгу на место так, чтобы никто этого не заметил. И возвращайтесь сюда. Это будет наша последняя встреча. Отлично. И вот еще что. Тут в последнее время крутятся носопырки. Если возникнут проблемы с тем, чтобы добраться до норы, обратитесь к моему другу, коту да Винчи. Он вам поможет. Кот, понятно. А теперь до свидания. Ага, значит, Ирбис — это снежный барс. Стоило прийти сюда, чтобы узнать об этом. Что такое я несу? Кто-то специально внес эту чушь в сценарий. Ты прав, Крот, — сказал голос за кадром. Неожиданное. Рекс и Крот покинули крепость Рубарбарк, исполненные решимости. Точно. Мы заберем книгу в Египет и перепишем эту нелепую историю. Ты все еще набиваешь себе брюхо, милый Роберт? Я тут пасусь. Сейчас брюхо лопнет. Роберт, отвези нас в город. Слушаюсь, сэр.
Уфы. Нам придется еще раз поехать через эту лосью, полную разбойников. Если кто-то снесется, встретимся здесь. А почему не на старом месте? Чтоб служба медом не казалась. Да, Кодро, приключения есть приключения. Я их возьму! Не работают бездельники! Мочи их, ребята! Не работают бездельники! Я их возьму! Они мои! Самцы! Мочи их, ребята! В атаку! Туда! Мочи их, ребята! Вали! В атаку! Самцы! Я их возьму! Самцы! Я их возьму! Что за тварь? Вали! Не брать! Вали! Мочи их, ребята! Не работать, бездельники! Ой, больно! Туда! Не брать! Они мои! Я их возьму! В атаку! Не попасть! Вали! Больно! Лапочки! Эй! Самцы! Эй! Не работать, бездельники! Мочи их, ребята! Вали! Мерзавцы! Вали, ребята! Эй! Мерзавцы! Мочи их, ребята! Банды мерзавцы! Эй! Не работают бездельники! Нами год! У нас получило! Наши герои нашли мастера Леонардо за работой. И какая работа! Это же знаменитая Мона Лиза! Вот это совпадение, Рекс. Просто не могу поверить. Может быть, перед нами откроется тайна ее загадочной улыбки? Мой дедушка обожал работу Леонардо. Рекс и Крот забрались по лестнице на чердак. Добро пожаловать, друг мой. Кот! Вы ведь кот, не правда ли? Я кот да Винчи. Ага, у нас к вам дело. Ничего не говорите, я все знаю. Вам нужно добраться до Крота Портера. Вот схема вертолета, на нем вы взлетите на крышу дома на сапырок. Я уже разработал конструкцию. И мы должны найти и установить недостающие элементы. Откуда вы узнали? Лучше не спрашивать. Приступим к работе. В замке должна остаться куча. Этот кот мне кого-то напоминает. Это в случае мне предок нашего петуха-изобретателя. Кто знает, у меня в семье вообще была паршивая овца. Похоже на машинку для чесания спинки. Мона Лиза, вы можете не морщиться. Мы возьмем ваш веер на время. Вода
подойдет. Негодяй! Негодяй! Гарольд, а где все? Турнир окончен! Теперь все отправятся на войну, а мне, как обычно, придется за ними прибирать. Подметать в средние века! Слушай, Гарольд, чтобы что там взять? Чтобы... Карманы Рекса были вместительны. Мы столько надрывались ради этого герба, а можно было просто подождать до конца турнира. Это сюда. Устанавливай. Лопату сюда. Это сюда. Это сюда. Устанавливаю. Лопату сюда. Хрен. Вы... Нет, не это! Хрен делаем. Торпеда. Ручка. Наконец, первый вертолет в истории был готов. Свяжем все как следует. Великолепно! Вертолет готов. Завожу. И кто будет этим управлять? Конечно, командир. Я знал. Ты не полетишь с нами, кот? Нет, я должен прибраться здесь до ужина. Надеюсь, ваш полет не окажется последним. С этими словами кот да Винчи потянул за рычаг и запустил вертолет. Удачи! Первый в истории полет на вертолете закончился, не успев начаться. Хороший был полет. Рекс и Крот приземлились на башню замка на Сапыр. Мы должны пробраться в подземелье. Там кротовья нора. Тихо. Не уверен, что у меня получится. Они могут быть где угодно. Это архитектора, надо же человека.
наконец, проявив чудеса героизма, Рекс и Крот добрались до кротовьей норы. Это был долгий путь. Рекс запустил машину времени. Крот выставил координаты точно на 9:34 утра. И друзей только след простыл. Хрен, и полетели! Покажи мне эту книгу, Рекс. Почитаем. Это неплохо, а это было ужасно. Здесь я выгляжу не лучшим образом. Летать с дракаром было то еще удовольствие, правда? Не то, что сейчас. А ты помнишь говорящий камень, который умел разговаривать? А, Шрекс, интересно, что с ним случилось? И этот предатель... Должен тебе сказать, я подозревал его с самого начала. Рекс и Крот достигли врат Древнего Египта. Ладно, убери эту книгу. Будет лучше, если ее никто не увидит. Я так чувствую. Еще одна тайна цивилизации раскрыта. Рекс огляделся. Мы должны найти нору и святилище этого Ибиса. К счастью, они должны быть рядом. Смотри, это настоящий... Вот горбатик папирус. Пожуй, столпа культуры. Попылся жучок. Забыв об опасности, Крот решил выложить карты на стол. Доброе утро, сударь. Мы ищем кротовью нору, телепортер и святилище Ибиса. Ага, вам никогда этого не добиться, строптивые смертные. Где расположена нора? Страшная тайна. Это за змеиным разломом в самом сердце пирамиды. Продолжайте. Даже если вы найдете это место, вам не перейти через змеиный разлом без суперсекретной мантры Ибиса. И это все? Все? Нет, не все. В целях безопасности никто не знает полного текста мантры. Каждый из двух стражей мантры знает половину. И более того, стражи не знают друг друга. Звучит заманчиво, очень заманчиво. Только я вам не верю, это все вранье. Вранье? Ха! Это правда и очень большой тайна. Я знаю, поскольку... Слушайте, я первый страж мантры Ибиса. Страж мантры Ибиса. А как вы узнали, что это я? Нам рассказал всемогущий бог, великий Гауда. Ваш бог велик, если ему известна тайна тайн. Какова первая часть мантры Ибиса? Я скажу вам, но вы должны будете пройти испытание, чтобы доказать, что вы готовы принять это знание. Продолжайте. Перенесите мне 3 скарабеев, и я скажу вам первую часть мантры Ибиса. Мы принесем жучков. Вот скарабей. Еще 2. Еще 1. Еще 1. 3-й скарабей. Вы принесли мне 3 скарабеев. Я скажу вам первую часть мантры. Сова сову в 3 палки била, а скарабей съел крокодила. Перо орел нашел и потерял перо. Но реку лев и пес проплыли все равно.
Здравствуйте. Я не говорю ни с кем до тех пор, пока они не угадают, кто я. Ой, паночки, я думаю, что вы второй страж тайны Ибиса. Как вы узнали? Я торчу тут всю жизнь, и никто ни разу не догадался. Я думал, я здесь вечно простою, и тут такой сюрприз. Вот видишь, ты нам очень даже пригодишься. Ох, не могу дождаться. А какова вторая часть мантры Ибиса? Ладно, верните головы телам, и я скажу вам вторую часть тайной мантры. Может, что-нибудь попроще? В порядке исключения. Что-нибудь попроще? Совсем недавно наши боги прогневались и топнули по земле огромным сандалием. У большого сфинкса отвалился нос, а у маленьких — головы. Вот это сандалии! Так. Верните головы их телам, и я скажу вам вторую часть тайной мантры. Голову поставили. Хорошо, я открою вам вторую часть мантры. Лети за уткой и пчелой, налево поверни. Там три вала, а ты ползи по хвостику змеи. Потом залезь на зоркий глаз. Шагни вперед и весь рассказ. Храбрые странники по времени вошли в огромную пирамиду. Что это за жуткий провал? Конец. Это уже слышно. Наши герои прошли над ужасным змеиным разломом и углубились в темные коридоры пирамиды. Я очень храбрый.
успокоил Рекс своего нервного друга. Он был прав. Они уже пришли. Рекс и Крот притаились в тени массивной колонны. Прямо рядом с ними в это время выполнялся тайный ритуал культа Ибиса. О, великий Ибис, ниспошли свою мудрость на своих слуг. Ниспошли. Какова должна быть цель культа Ибиса? Цель! Какие законы должны лежать в основе наших действий? Законы! Внезапно на другой стороне зала что-то шевельнулось. Смотри сюда! Возле полок с книгами, пергаментами и папирусами. Эй, травка, смотри сюда. Мы это возьмем. Я? Поглядим, не навешан ли бедушка нам лапши на уши. Побежали к норе. Тьфу, они свистнули книгу прямо у нас из-под носа. Верно, возвращаем книгу и уносим ноги. Сколько долго мы должны ждать твоего знака? Рекс аккуратно вернул книгу на полку. Фу, мы это сделали. Теперь осталось лишь подкрасться к норе и только нас видели. Сколько долго мы должны ждать твоего знака, о Ибис? И как раз в тот момент, когда показалось, что наши герои покинут Египет незамеченными... Ну что я за недотёпа? Что это? Кто это? Два каких-то персонажа разбили статую Ибиса. Это знак. Ибис подал нам знак. Ой, помочки, пошли. Ибис хочет, чтобы мы пустились в погоню за вандалами. Заклеймить недостаток культуры. Культура и вежливость. Спасибо тебе, Ибис, за это видение. Это верно. Давайте создадим орден. Орден на забырок. Мы покажем человечеству, что такое вежливость. Извинения. Лучше смоемся отсюда, пока они нас в колодки не засунули. Ага, я понял. Какой ты умный. Дорогие друзья, я вам покажу, дорогие друзья. Магистр, вежливость прежде всего. От имени Рекса Храброго Пса и от своего собственного я хочу принести вам извинения за причиненный ущерб. Мы очень сожалеем о моей неловкости. Я надеюсь, статуи удастся склеить. Я настоятельно рекомендую вам работать над всемирным развитием вежливости и культуры речи, а не переусердствуйте. Прекрасно сказано. Это знак. Знак от Ибиса. Крот, Рекс, мы принимаем ваши извинения. Мы всегда будем помнить вас как провозвестников вежливости. Виват. Машину подхватили потоки времени. Рекс! Рекс! Это было бы гениально! Просто извиниться, прежде чем они с нами расправились. Жизнь странная штука. Одно маленькое «извините» и ход истории изменился. Интересно, что нас ждет в средних веках? Кто были эти четверо воров? Похитители времени? Четыре маленьких кротика. Я так не думаю.
Пришло время навестить средние века в последний раз. Есть только один способ проверить, удалось нам это или нет. Идем прямо в штаб ордена Носопырок. Боясь вздохнуть, Рекс и Крот вошли в штаб ордена Носопырок. Смотрите, кто это? Ой, памочки! Это они! Они вернулись! Ура! Ура! Слава! Слава Рексу и Кроту! Провозвестники вежливости! Потому что они отличные ребята! Они отличные ребята! Чуть со страху не умер. Благодаря вам мы поняли, что такое вежливость и хорошие манеры. А еще мы осознали важность клея. Тысячи лет мы, орден Носопырок, поклонялись чистоте речи и боролись с грубостью и бескультурой. И склеивали разные вещи. И все это благодаря вам. Вы показали нам верную дорогу. Всегда пожалуйста. Он сказал, всегда пожалуйста. Ого. Воистину, магистр вежливости. Обмен любезностями мог длиться бесконечно, если бы Нострадамус, стоявший в стороне, не подал Рексу знак. Пссс, я жду вас возле норы. До свидания. Прощайте. Приятного путешествия. Ла-ла-ла. Поздравляю, вам это удалось. Теперь все будет как надо, правда? Я вернусь к своей кротуле и все такое. Я думаю, да, Крот. Пойдем. А вы поедете с нами? Да. И это не переменит ход истории? Нет. Рекс запустил машину времени, и наши герои, на этот раз втроем, сели на диван. 8:30 вечера. Поехали! Подвиньтесь, Нострадамус! Крот, вы не могли бы убрать свою лапу? Нет, не могу поверить. Стало полегче. Ладно, ладно. Нострадамус, почему вы такой таинственный? Боюсь, что это секрет. А вы мне не расскажете? Именно вам мне нельзя рассказывать. Почему? Меня побьют. Кто побьет? Это секрет. Вот так наша храбрая троица оказалась в будущем. Скоро станет ясно, насколько светлым оно окажется. Блеск! Ура! Ура! И дождя нет. Великолепно. Ну что же, друзья мои, пришло время расставания. Да что вы говорите? Раз уж мы здесь, я хочу знать, стал я дряхлым бедушкой в маразме или нет? Могу вас уверить, бедушка, могу вас уверить, Крот, что этого не случится. Ну, если только самую капельку. Кто это смеется? Это все ваше воображение. В любом случае, вам не стоит встречаться с собой в будущем. Ладно. Так что прощайте, друзья. Спасибо за все. Минутку, а на какое время нужно поставить машину времени, чтобы вернуться домой? В наше время. Я не знаю, к сожалению. Где-то между 7 и 8 вечера. Ой, памочки. Ладно, прощайте. Я поставил на 7:30. Потом сможем вернуться, если понадобится. Попадем, наконец, домой. Нострадамус. Красивое имя, только длинноватое. Если у меня будут дети, а еще лучше внуки, я назову их так. Но, например, Носик. Травка. Да.
дарить. Девушка? Муся. Есть у меня ощущение, что мы залетим слишком далеко. Рекс и Крот достигли конца туннеля. Что? Конец приключения? Задал Крот риторический вопрос. Ответ он узнал очень скоро. Видишь, мы это сделали! Мы дома! Смотри, там наш петушок! Эй, Петя! Изобретатель! Мы вернулись! У нас получилось! Простите, Гутен Морген! Я Ганс Хан! Я думал, вы меня с кем-то спутали! Хватит шутить, старый курица! Это я, Крот! Это Рекс, храбрый пес! Очень приятно! Что происходит? Это какое столетие? Как это какое столетие? Прекрасный 19 век! Золотой век! Технического прогресса! Что? Ой-ой-ой, Рекс, мы вернулись слишком рано. Минутку внимания, пожалуйста. Смотрите и восхищайтесь. О нет, наша машина времени. Получилось, получилось. Двигатель работает. Я должен послать телеграмму капитану Немо. Наша машина развалилась на кусочки. Что вы наделали, Ганс? Проклятие! Мы что, никогда не вернемся домой? Сумеют ли Рекс и Крот вернуться домой? Где Немо? Где капитан Немо? Об этом вы узнаете из пятой части приключений Рекса, которая называется «Рекс и капитан Немо». Ну, если ее когда-нибудь выпустят. О, я, кажется, задремал. Все в порядке, бедушка! Да, да. Итак, короче, мы с Рексом застряли в 19 веке. Ага. Мы стали думать, что делать дальше. Бедушка, мы устали! Да, я думаю, мы пойдем спать. Ну ладно, мои крошки. Ну ты только скажи, бедушка, этот Нострадамус, какой он был? Он был просто ужасен. Он был какой чудовище из ада. Вы бы умерли от страха, увидев его. Чудовище из ада, да? Ну... Спокойной ночи, Крот. Кто это сказал? Я Нострадамус. Я звал вас. А теперь до свидания. Да, я думаю, мы пойдем спать. Это конец. Как видите, никакого Нострадамуса на самом деле и не было. Это были замаскированные Носик, Травка, Дарий и Муся. Что? Они построили машину, основываясь на рассказах своего бедушки. Того самого, с которого и началась вся эта история. И отправились в далекое прошлое и... В Древнем Египте стащили книгу. А потом застряли в Средних веках, потому что машина времени сломалась. Я думаю, это очень сложно и не имеет никакого смысла. Меня, наверное, следует уволить. К счастью, сюда вроде никто и не добрался. А теперь титры, сопровождаемые призабавными моментами со съемочной площадки. И
Мотор! Давным-давно, и даже раньше, когда мир был юным и прекрасным... Просто, судя по всему, они ели все, что найдут. Траву, кротов, собак. Смотри, Рекс, деревья бегают. Куда это они понеслись? О, нет, о, нет. Тыгидын, тыгидын, тыгидын. Дилетанты. Вот так динозавры, благодаря храбрости Рекса и Крота, избежали ужасной катастрофы. Совершенно верно. Только какой катастрофе идет речь? Катастрофы, вызванной падением корабля древних кротоидов. Ой, мамочки, теперь я понял, что это мигало. Предупреждение, что топливо на нуле. Я не хочу умирать. Не хочу, особенно потому, что с технической точки зрения я еще и не родился. И мотор. Вот это да, гениально. Точно так, как я и рассчитывал. Чего ждал? Испанскую инквизицию? Никто не ждет испанскую инквизицию. Ну, наверное. Окей. Начали, значит. Ладно, заканчиваем. Эй, Жан-Поль, а где усы? И как раз в тот момент, когда показалось, что наши герои покинут Египет незамеченными... Не слишком мало мне платят. Что это? Кто это? Два каких-то персонажа разбили статую Ибиса. Это знак. Ибис подал нам знак. Вперед за курсором! Я внимательно слушаю. Я сделаю что угодно, лишь бы не превратиться в одинокого старого кротика. Вы должны отправиться в Древний Египет и найти тайную секту Ибиса. Вы должны вернуть им некий предмет. И вернуть его так, чтобы они не заметили, что он вообще исчезал. Это что за штука? Этот предмет. Мамочки, откуда вы это взяли? Я прекращаю передачу, поскольку она стала феноменально тупой. Да, это было очень смешно. Я от души посмеялся. Вы часто спрашиваете нас в своих письмах, как делаются игры про Рекса. Мы решили раскрыть вам эту тайну. В качестве бонуса с рабочими материалами мы предоставляем вам документальный фильм, посвященный озвучанию роли крота. Сейчас вы его увидите. Что? О чем я говорил? Ах, да. Обещанный документальный фильм. До свидания. Приятного просмотра. Приветствую вас, милая леди. Еще раз. Приветствую вас, милая леди. А вы случайно не знаете? То же самое, только еще раз. Что-то я в крота не верю. Приветствую вас, милая. Еще. Хе-хе. Прекрасно. Достаточно.